по-настоящему культовая песня. Не обязательно быть даже кей-попером, чтобы ее знать, мне кажется. Девчонки, ну немножечко мы поговорили о комьюнити, получается, в Туле и Волгограде. Расскажите, как дела обстоят с комьюнити в Курске, кей-поп? Кей-поп в Курске давно довольно-таки развивается. У нас первая команда появилась в 2012 году, но последние года два, ну, не можно сказать, благодаря коронавирусу, то, что сидели дома, у нас контент очень хорошо развит, очень много команд, и многие из них ездят в Москву и видят на выступление. Но это очень круто! Отдельные аплодисменты за это Курску и команде Крей! Спасибо! Мы с вами все еще находимся в номинации.